Московском училище Олимпийского резерва номер один прошли традиционные 31-е по счету всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. Больше 200 боксеров 13 лет, 2 с лишним сотни боев в 16 весовых категориях. И все в течение недели в училище на 16-й парковой. Лучшим на ринге в самой тяжелой весовой категории до 90 килограммов стал юный ставропольский спортсмен Никита Калашев. Чемпион Северо-Кавказского федерального округа, призер первенства России. Все, что нужно не по годам уже серьезному парню – биться и бороться за победу. Очень хороший турнир, ринг хороший, освещение хорошее, судейство справедливое. Наша цель была попасть в состав сборной России. Это одна из целей. Участвовать уже потом в дальнейшем международных соревнованиях. Сделать из парня олимпийского чемпиона. Это спорт. Достойных победы всегда больше, чем золотых медалей. Московский боксер Иосиф Дживари стал не золотым, но серебряным призером весовой категории до 70 килограммов. Бой был отличным. Спасибо моему сопернику. Соперник был довольно хорош. И спасибо моему тренеру Марку Ивановичу. Организация отличная вообще. Ну, судейство хорошее. Борис Николаевич Греков, именем которого назван турнир, легенда советского бокса. Он прославился работой с детьми и молодежью и лично вывел в победители чемпиона Европы Сергея Сивко, а также чемпиона мира Александра Кошкина. Николай Павлов – организатор турнира, заслуженный тренер России, а также ученик Бориса Грекова. Да, это мой тренер. Он входит в тройку великих тренеров не только по боксу, но и по всем видам спорта. А Греков двух боксеров воспитал с разницей в 20 лет с нуля. Соревнования в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер один вписали очередную страницу в историю этого турнира, которому уже больше 30 лет. Нет, мы уже здесь проводили много раз, да. Спасибо директору училища Герману Викторовичу за предоставленную возможность. Мы здесь провели сбор. Почти у нас вместе с тренерским составом почти 100 человек было. И предоставили нам спортивный зал провести соревнования. Огромное спасибо руководству училища. А что связывает с училищем? Я говорю, я здесь учился с 77 по 80 год сам. Лучшие мои ученики были, устраивал сюда, потому что я знаю, результат здесь будет, потому что здесь все подчинено спорту. Все победители турнира по всем весовым категориям вошли в состав сборной России 2008-2009 годов рождения. Евгения Лукьянова, Игорь Кокорин специально для Московского училища Олимпийского резерва номер один.